Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике разберем проект ExchangeRate и разберемся, в чем же его суть. Так вот, что же такое ExchangeRate? Это лучшее от обоих миров, то есть то место, где встречаются биткоин и альткоины. ICO данного проекта закончится через 15 дней, и они продали уже более 52 миллионов своих токенов и 190 миллионов доступных. Ну и вы прямо сейчас, конечно же, можете уже приобрести их токены. Также можете почитать их новости в Телеграме, можете обсудить детали проекта также в Телеграме и обсудить, в общем-то, все на форуме Bitcoin Talk, то есть участие в баунти и, в общем-то, принять участие в рекламной кампании данного проекта. Ну что ж, давайте разбираться в деталях проекта ExchangeRate. Так вот, успех торговли на бирже обусловлен принятием верных решений на основании определенных рыночных движений. Чтобы собирать и правильно интерпретировать необходимую информацию легко и быстро, необходимы технологии искусственного интеллекта и системы автоматизации. ExchangeRate обладает этими техническими составляющими, а также предоставляет множество других функций, позволяющих легко и быстро начать получать прибыль без ущерба для безопасности. И, соответственно, в общем-то, данный сервис и предоставляет всему миру, в общем-то, их продукт, то есть продукт ExchangeRate, то есть данный, в общем-то, портал, можно сказать. Их миссия — разработать такую платформу, которая будет предоставлять полный набор полезных и мощных инструментов на базе искусственного интеллекта. Ну что ж, теперь про открытие данного проекта. Так вот, криптотрейдинг — состоявшаяся бизнес-модель. То есть ежемесячно более 2 миллионов новых трейдеров регистрируют новые аккаунты, и наверняка такая тенденция будет только увеличиваться. Также важно понимать, что успешные трейдеры ежедневно получают неограниченные доходы, особенно это актуально для мира криптовалют. А также важно, что рост количества трейдеров по всему миру обуславливает еще больше возможностей повышения ликвидности, и также повышение информативности в области регулирования ведет к стабилизации рынка. Ну что ж, тоже еще добавлю, что Exchange, соответственно, Rate будет наводить мосты. То есть то, что ранее считалось секретными знаниями, доступными только избранным трейдерам, теперь доступно будет всем, что, конечно же, является плюсом, потому что будет больше грамотных трейдеров на рынке. Также аналитика данных и торговые сведения теперь доступны по умолчанию на платформе ExchangeRate. Ну и тоже, что еще добавлю, что для успешного трейдера что необходимо? Прежде всего, это, конечно же, сбор данных, то есть множество платформ с полезной информацией формируют метрические индикаторы с помощью плагинов API. Также аналитический навык, то есть способность интерпретировать большие объемы данных наилучшим образом, чтобы принять самые правильные решения. Также, естественно, решительность, потому что правильные современные действия, основанные на информации, вот ключ к вашим выгодным сделкам. И, естественно, бесперебойность, то есть автоматизация обеспечивает бесперебойность и легкость работы. И, соответственно, данная площадка предоставляет Exchange, соответственно, rate.io. То есть первая в своем роде SaaS-платформа с дополненным интеллектом, а и приложение, которое предоставляет трейдеру разумно обработанные данные с помощью автоматизации для централизованного распределения стратегии. У них есть мощные готовые фильтры, потому что данная платформа разработана трейдерами для трейдеров, и автоматический набор фильтров, соответственно, предустановленная стратегия требует минимум усилий. Также у них есть кросс-функциональный подход к стратегии, потому что ExchangeRate собирает метрические атрибуты каждой монеты на бирже и пропускает их через фильтры стратегии на предмет сигнала входа, оценивает его по шкале предпочтений и запускает триггер через отобранные позиции, пропуская через критерии, используя автоматизацию на входы и выходы, а также раунды и циклы. Также у них есть подтверждение реализации, то есть принятие стратегии — это одно, а выход с ней на живой рынок — это совсем другое. ExchangeRate предоставляет инструменты для тестирования стратегий и фильтров в реальных рыночных условиях и тестирования полученных результатов стратегий. Также здесь есть вступительный ролик, который объясняет все более подробно. В общем-то, теперь мы видим, как работает данная площадка. Это ее, кстати говоря, интерфейс. Вот, то есть тоже можете его оценить. Вот, ну и что важно, конечно же, рассказать еще, это, естественно, про токен данного проекта. Так вот, для того, чтобы распространить токены, соответственно, ExchangeRate, была разобрана, в общем-то, данная площадка, и токены будут на базе ERC-20, с помощью смарт-контракта после окончания ICO они будут как раз таки выпущены. Это все будет в мае 2018 года. Вот, также что еще добавлю, что за 1 биткоин вы можете купить 100 тысяч токенов XRR, это токены данного проекта. Данный токен — это функциональный токен,
бонус токен доступно для ICO это 20 миллионов, один эфир это 10 тысяч токенов XRR, максимальное число токенов 250 миллионов, доступно для покупки на ICO 190 миллионов, нынешний бонус на покупку 15%, целевая сумма сборов на ICO это 18 тысяч эфиров и токенов доступно для ICO это 160 миллионов токенов XRR. Распределение собранных средств тоже расскажу вкратце. Так вот, основная масса 47% с половиной на развитие платформы, 14% примерно на исследование и доработку продуктов, 9,5% на партнерство с биржами, еще 9,5% на маркетинг и привлечение пользователей, 86% на заинтересованных сторон для проектов, также примерно 5% на операционные затраты, резерв на безопасность и на юрзатраты 1% будет уходить. Распределение токенов тоже давайте разберем. Так вот, основная масса, конечно же, на ICO 80%, бонусные токены 12,8%, 6% владельцы компании и заинтересованные стороны, и 1,2% на airdrop и на баунти компанию. Ну что ж, теперь есть информация про команду данного проекта, тоже можете с ней ознакомиться, а также информация про адвайзеров, соответственно, проекта ExchangeRate, тоже можно с ними познакомиться. Ну что ж, они уже прошли разные этапы развития, то есть они сформировали, естественно, идею проекта, разработали окно мониторинга монет SMB, вот сделали релиз SMB 1.0 и 2.0. Также в конце 2017 года сделали полную автоматизацию работы робота Exchange Rate с показателями относительной цены PRR и коэффициентом бережливости FR, полную автоматизацию работы робота с индексом пригодности SE. В процессе у них это предпродажи и, в принципе, различные этапы токен сейла. Далее они выпускают, конечно же, свой токен на базе блокчейна эфириума. Далее будет SMB 3.0 и релиз SMB 1.0. А далее в конце этого года будет этап развертывания платформы Exchange Rate для участников и инструментов рынка. Ну и далее, что они еще хотят сделать, это универсальную версию платформы Exchange Rate, то есть расширенный технический анализ, машинное обучение для рынка, производственных финансовых инструментов, и в конце уже будет следующего года развертывание габидной биржи. Ну что ж, есть сейчас задавая вопросы, давайте на них уже отвечать не буду, здесь их довольно много, и вопросы, скажем так, многие довольно банальные, поэтому тут уже на них отвечать я, пожалуй, не буду, потому что про всю суть я уже вам, соответственно, рассказал. Ну и также расскажу еще про агностические торговые биржи, это текущие Bitfinex, Binance, Yobit, Bittrex и KuCoin. Ну а то, что запланировано, это CoinTelt, Kraken, SXICO, Bitflyer и Paybiz. Вот. Также есть информация про этот проект в различных ICO порталах, допустим, CoinGecko, ICO Bench, FoundICO и так далее. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравился мой обзор на данный проект. Если вас он заинтересовал, то заходите. Ссылка будет в описании. Всем тогда спасибо за внимание и всем пока.